привет, мои хорошие. Что такое турклуб «Дракон»? Давайте я вам сейчас все подробненько расскажу и покажу. Данил – движущая сила нашего коллектива и самый опытный проводник-инструктор. Мастер вязать узлы и гений игры на гитаре. Именно он является основателем и идейным вдохновителем нашего клуба. Илья – пожалуй, самый лучший детский инструктор, которого я знаю. Если он сидит у костра, то в его руках либо сковородка, либо гитара. Он споет вам задушевные песни под звездами и хруст блинов. Ну и я – ваш непокорный слуга Василий, проводник с фотоаппаратом и видеокамерой, карманный шаман клуба, любитель диких и нехоженных троп, маленький мул большого рюкзака. Турклуб «Дракон» – это интереснейшие уникальные авторские маршруты. Ергаки, край водопада, высоких скал, огромного курумника, вкуснейшие ягоды. Здесь вы найдете величественные горные вершины, живописные озера и долины. Путешествуя по Ергакам вместе с нами, вы сможете погрузиться в атмосферу дикой природы и окунуться в мир приключений. Арадан – дикий нехоженый край загадок и чудес. То самое место, где за 10 или 15 дней похода вы не встретите ни одного человека. Пройдетесь по тем тропам, по которым еще никто до вас не ходил. Место медитации и тихого счастья. Вас пленят мощные водопады и огромные озера. Высочайшие пики и густая девственная тайга. Пазаарым – горная страна в диких краях Саян. Царство Козерога и Снежного Барса. Рек и озер. На пути к ней ждет множество бродов и высоких перевалов. Туманы и россыпь звезд по ночам. И на сотню километров ни души. Борус – величественная вершина, стоящая у границ цивилизации дикой природы. То место, куда можно прийти на один или несколько дней. Взойти на нее – значит покорить свое тело и укрепить дух. Вдохнуть полной грудью горный бальзам, любую с одной стороны на степи, с другой – на море тайги. Байкал – сердце Сибири, величайшее озеро на планете, мекка для туристов всего мира. Если ты не ходил по Большой Байкальской тропе, ты не можешь называть себя туристом. Именно тут, у его берегов, можно ощутить себя песчинкой, прикоснувшись к самому древнему чуду на Земле. Ну а также, ребят, у нас есть маршруты на Камчатку, Поднебесные Зубья, Хакуза, Красноярские Столбы, Манское Белогорье и многое другое. Но самое главное, турклуб «Дракон» – это безудержное веселье и вдумчивая медитация, вкуснейшая еда покруче ресторанной, игры и тренировки, песни у костра и созерцание тишины. Самые крутые фотографии, которым будут завидовать лучшие галереи мира. Ведь мы – турклуб «Дракон». Давайте с нами в поход.